Привет! Всем привет! У нас весна. Да, мы идем в университет. И сейчас плюс 5, да. А днем обещают плюс 10. Я надеюсь, что не будет дождя, потому что там вроде как пасмурно показывало. Вот, но мы дождя не хотим, но нас уже надоело. Нам уже надоела эта погода, знаете, такая туманная, пасмурная. И вообще такая унылая. Все, давайте весну. Да, я хочу солнце. Все, мы пошли учиться. Надеюсь, что мы будем с университета, там будет солнце. Да. А мы сейчас идем покупать подарок с Клаудией. Здравствуй, Клаудия. Оля. Какая сюрприз. Привет, как ты? Привет, Катли. Как ты? Я не говорю по-русски. В общем, да, она не будет разговаривать, потому что она не говорит по-русски. А мы идем покупать подарок, да, Катя? Да, Назару и Ленор. Здесь есть такой спрей, который нужно пшикнуть себе в рот, и можно говорить с кошкой, ей, по идее, должно нравиться. Но продавец сказал, что не всегда работает. Также есть пасты со вкусом бекона, капкейка и васаби. Прикольно. Да, степлер в виде зайчика. Прикольная чашка. Да, сковородка в виде сердечка, чтобы жарить милую яичницу. Это что-то странное. What is it? Is to create a colorful fish and bath adventure. Знаменитые супы. А, точно. Прикольно. Очень сильный кофе. Мы купили Face Pie. Это такая игра, когда нужно сливки в лицо кидать. Es increíble este regalo. Estamos muy felices. Y muy orgullosos del regalo que vamos a darle a Leonor. This Christmas is amazing. It's a challenge. Actually, we want them to feel how we feel when we taste his food. That is incredible, but it's spicy. Мы делаем презентацию о том, как найти работу в Украине. Вот и вот я уже сделала почти все. Осталось только оформить. Что осталось? Оформить только всякие приколясики давай. А еще у нас есть сайт нашего университета, где мы можем посмотреть нашу домашку. Просто, в принципе, так, как у нас было в Барселоне. Вот слева все предметы, которые у нас есть. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предметов у нас. Вот, и мы, например, заходим на любой из предметов. И смотрим, вот здесь есть календарь, то есть мы смотрим, когда у нас пары, вот, тема пары и вот и так далее. И также у нас здесь есть лекции, практические задания, условия, какие должны, что нужно делать, чтобы там получить оценку. В общем, все так очень-очень удобно и прикольно. В принципе, у нас в Барселоне тоже такое было, но здесь и здесь тоже есть такое. И еще вот такую вот домашку нам задавали. Это на завтра, на послезавтра точнее. Вот здесь нам нужно было считать в Excel. И еще в одной программе, но эта программа доступна только в лабораторных классах, то есть только в университете. Вот, мы еще здесь не закончили, здесь еще должны быть две диаграммки, основанные на вот этих вот цифрах. И, в принципе, это конец, так что нам здесь чуть-чуть осталось. Для тех, кто не понял, почему мы вообще покупаем подарок, куда мы идем и так дальше. В общем, сегодня день рождения у Леонор и у Назара. И они нас пригласили на день рождения. Вот они устраивают вечеринку. Опять, представляете, стечение обстоятельств, опять вечеринка, опять мы туда идем. И нам нужно их, естественно, поздравить, и нам нужно было им купить подарок. Мы нашли в интернете прикольный очень магазин. Он, кстати, назывался Моджо-Джо-Джо, как-то так. Вот, прикольный магазин, там куча подарков, вы сами все видели. Вот, мы купили им, Назару мы купили 4 самых острых соуса. Они в 10 раз острее, чем соус Табаско. И девочкам мы купили игру...
pie face. Знаете, это такая ладошка, туда ложатся сливки, вот, и потом принцип русской рулетки. Если тебе повезет, тебя не ударит, а если не повезет, ты нажимаешь на кнопочку, и тебе и сливками в лицо. Вот. Сейчас мы идем праздновать. В общем-то, не очень мы рады этому празднику во вторник, потому что нам завтра в университет. Не знаю, почему они вообще решили делать праздник во вторник. Почему не сделать его в четверг или в пятницу? Ну, ладно, такое дело. Мы, в общем, идем гулять. Дякую. Hey girls, show me some Latino dance. Claudia, show me some Latino dance. I'm Ukrainian. Okay, sorry. Thanks, bro.